Добрый день. Сегодня 11 августа, где-то 1:30. Уже поймана первая красноперка буквально через 10 минут. Закормил тут, в общем, каша с перловкой, с глиной. А также еще вот там на шнурке у меня висит, в общем, пакет с хлебом. И он на дне. И вот сейчас сразу прям удар, и красноперка клюнула на опарыша. В общем, пока мне начинает нравиться это. Очень неудобно рядом с деревом. Можно вот здесь вообще попробовать. Ага. Берет прям под деревом. Интересно. Ну, одна очень прям хорошая сорвалась. Так, ладно. Закину пока остальные удочки. И еще одна плотва. Опять вот, не знаю, там целая стая, скорее всего, вот рядом вот с этим деревом затопленным. Вот рядом с этой палкой. Берут они бесконечно просто. Что-то на удочку клюнуло, на это. В общем, стоит одна донка. Стоит удочка. И еще одна удочка, на которую я ловлю пока плотву. Такой вот сегодня интересный день. Ну, приятно, хотя бы клюет. Пока неплохо. В общем, еще одну плотву поймал. Все из-под того же дерева. Выуживаю, где я их продолжаю. Клюют на опарыша, глубина небольшая. Ну, неплохо клюет. Пока все устраивает. Дерючок попался, правда, небольшой. Ну что, еще один бирючок. Прошло буквально 10 минут. Опять поклевка и опять бирюк. Неплохо, мне сегодня нравится рыбалка. И еще одна плотва. Дерево вообще волшебное. Там прям плотва стоит, стоит. Ну, вот так вот поклевывает. Сейчас, может быть, засниму все-таки этот момент поклевки. Вот она. Ну вот она, красноперка. Собираюсь я потихоньку домой. В общем, место интересное. Надо будет сюда как-нибудь еще приехать. Клюнуло у меня вот на эту удочку. Очень здорово что-то. Прям дернуло. Ну, подсечь я не смог, там почувствовал, что что-то тяжеленькое. А так поймал где-то с десяток плотвы, трех бирючков. Ну, в общем, все на этом. Все, попытаюсь еще одну плотвичку выловить. Да и поеду, наверное, домой.